Я умнее тебя. Похоже, нет. Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в игру под названием «Удачливые башенки». И мы на радостной ноте остановились, где Фокси съели. Где Фокси съели. Он и меня хочет съесть. Уйди. Что? Что? Как ты меня убил? Я рыцарь! Я могучий! Я ломаю стаи туч! Почему ты меня убил одним просто тычком? Ладно, пойдем сюда. Дверь закрыта. Мне, наверное, не сюда. This looks kind of familiar. А, это выглядит знакомо. О, нет. О, нет! О, нет. Ладно. Это какой-то, знаешь, кунг-фу. Кунг-фуист. Просто. Так, ладно, пойдем тогда сюда. Мышку убрали. Пойдем сюда. Это точно не победа. Не знаю, я как-то... Нет, это победа. Спасибо. Спасибо. Это то, что мне нужно было. Потому что я хотел посмотреть, что там другое есть. Что у нас здесь? Lucky me. This room looks comfy. Мне так повезло, эта комната выглядит удачной. Никогда не иди в комнаты, в которых только что закрылась дверь. Никогда. И также не иди в комнаты, в которых есть кровь. И также не иди в комнаты, в которых есть монстры. И также не иди в комнаты, в которых есть всякие ахи, вздохи, охи, охи, трахи, пахи. И вот это вот всего не надо, потому что ты там кому-нибудь либо помешаешь, либо тебя убьют. Поэтому не стоит. Ой. Библиотека. Нифига себе библиотека. I love world literature. Я люблю книги. Любишь книги? Люби издыхать от падающих шкафов, дурак. Сюда. Бам. Заивейдил просто. А что там написано? Безумие. О, привет. Hey, Wonder Girl. Where's сексуальные книги. Я у него спросил, где выход, и он начал мне рассказывать выход. Но выход так далеко, что это было слишком долго. А я могу выйти отсюда? Да, могу. Да блин. Ну, понятно. Это смерть. Мне надо, короче, пригнуться тогда. Хова! 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 Эй! В смысле, как ты с другой стороны? Sorry, guys. Извините, kill ребята. That clumsy fool. Убейте его! На! Никто меня не убьет сегодня! О, нет, только не книги. Только не книги! Книги — это моя слабость! Книги — это моя главная слабость! Это как мой криптонит! Но даже Супермен может победить свой криптонит. Как и я могу победить книги. Так, ладно, пойдем сюда. Уауи! 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 Ну понятно. Ну ясно, спасибо. Вау. Это ж на другую смерть распространилось. Не, это смерть, он слишком рано пришел. Я думал, это проход. Возможно, через это надо перепрыгнуть. Но давай посмотрим, что в этой комнате. Возможно, перепрыгнуть. Нет, не надо перепрыгивать. Не надо было перепрыгивать. Перепрыгивать было бы бесполезно. Тогда ты сюда. Сюда-сюда. Быра-быра-быра-быра-быра-быра-быра! Шифтануться нельзя, к сожалению. Ах ты, пыль! Так, давай-то назад. Давай-то назад. Давай назад, давай назад. Он съел Фокси! Он съест и меня! Нет! Нет! А что с ним делать? А, ну то есть в этой комнате это каюк. Надо все же в той перепрыгивать. В этой комнате он меня не пустит. Ну, забирай меня, ладно. В этой комнате ничего не получится. Возможно. Мне надо взять бочку. Нет, не надо. Ладно, тогда пойдем сюда. И надо сейчас перепрыжечку сделать. Распрыжка, распрыжка, распрыжка. Не сработало. Не сработало. Не, подожди, а в смысле? А как? А почему не сработало? Оно активировалось даже до... Да. Оно активируется даже до того, как я вообще что-то делаю. Поэтому это точно не туда. А как тогда? Давай вот здесь вот возьмем что-нибудь. Ха! Давай дружить, слышь? Давай дружить, достал! А если я быстрее пойду? Если быстрее пойду? Не, ну ты надоел. Слышь, а как мне тогда быть? Что мне тогда делать? Как мне тогда его победить? Я могу его огнем зашпарить просто? Что, мне нужно бегать долго туда-сюда? Ха! Чай!
Опс. Так, тогда другой вариант. По-любому это не там. По-любому это что-то вот с этой комнаты. А! Идея, идея, гениальная идея. Хоп. Е-бой. И присели. Он сейчас тоже туда наступит и сдохнет. Я умнее тебя. А может быть нет. Похоже нет. Я думал, что я что-то пришил, а я не решил ничего. Подожди, а как тогда? А я вот этот могу уронить? Огонь. Подожди, я понял. Мне надо подождать, чтобы он подошел, и потом присесть, когда он подойдет рядом. Вот оно как. Все, ждем. Давай сюда, давай, 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 давай. Тихо-тихо-тихо, до максимума. Ждем. Сейчас все сработает. Сейчас точно все сработает. Все обязано сработать. Не может не сработать. Хоп. Now that wasn't too tasty, was it? Получай. Ты, стрёмная бабайка. Ай, зачем сюда вернулся? Так, теперь. А, и все, и теперь уходим вот по этому проходу. Питулю! Давай, братик, питулю! Или сеструня, сеструня. Давай тоже, кулачок. Хорош. Так, пойдем тогда. Мы с тобой одержали победу над этой стрёмной шнягой. И теперь, возможно, мы найдем выход? Или еще нет? Now that looks like an exit for real men. Вот это теперь выглядит как выход для реальных мужчин. Но по-любому нам надо дальше пройти. Серьезно? А что тогда в том выходе, подожди? Там по-любому сейчас его сожрут. Не, ну это явно обычная концовка. Давай пойдем по секретной концовке. Давай пойдем по правильной секретной концовке. Я о ней не знал, если ты скажешь опять. Some sexy treasure for one handsome man. It might get stolen. I better take it with me. Это, скорее всего, своровано. Я лучше заберу его с собой, чтобы вернуть, конечно же, обладателю. Потому что я честный воин. Hero killed 46 раз. Что тут есть пасхалка, чтобы не убивать никого? А, герой убит 46 раз. Понятно. Вот, наверное. Гобу хать. Здорово. Hey, Mr. Ugly Face, can you point me to the toilets? You just follow the smear. Meet me at the backyard at the nightfall. Я спрашиваю, вы можете подсказать мне, где туалет? Он говорит, иди там дальше и иди по запаху. А потом вечерком приходи ко мне сзади нашей таверны, мы с тобой увидимся. Не приду. Я уронил его. А, здесь все вот эти вот. Для звездочек. Пойдем для звездочек. This must be the dork's corner. Ha! Здорово. А, это типа авторы игры, да? Или что? Death to you. Телепорт. Телепорт. Вот такая вот игра, братцы. Прикольная, прикольная. Я не знаю, есть ли тут другие концовки, есть ли тут другие пасхалки. Если вам игра понравится и вы захотите еще, то, может быть, мы посмотрим другие концовки. Я практически уверен, что есть вторая часть. Если она вам понравится, тоже можно в нее поиграть. Ну а пока на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся с вами уже. Нет, Фокси! Нет! Что это за жестокая херня? Ладно, я надеюсь, вам понравилась эта игра. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся с вами уже в следующих сериях. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.